С 30 мая по 3 июня в Москве пройдет Всероссийский форум «Медиа-выпускной РДШ». На него приедут около 200 финалистов весеннего этапа медиашколы РДШ из 34 регионов. Весной дети и педагоги прошли обучающий онлайн-курс, который состоял из более чем 150 образовательных роликов. Затем участники выполнили задания по конкурсным номинациям. Экспертная комиссия оценила их работы и выбрала лучших авторов. С 31 мая по 1 июня финалисты пройдут стажировки в информационных агентствах и на федеральных каналах. В российском информационном агентстве ТАСС, телецентре Останкино, компании ВК, акционерном обществе «Газпром Медиа Холдинг». 2 июня в концертном зале «Известия Холл» на торжественной церемонии медиа-выпускного РДШ назовут имена 19 победителей, которые получат ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, экшн-камеры, планшеты и другие ценные подарки.